Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный и быстрый салат. Несмотря на доступность и легкость его приготовления, салат получается не избитый за счет одного ингредиента, который я в него добавляю. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Сначала листья салата моем и обсушиваем салфетками. Подойдут любые листья, такие как айсберг, латук, руккола или даже пекинская капуста. Собирать салат мы будем порционно. Выкладываем листья салата на блюдо. Затем нарезаем помидоры и помидорчики черри. Можно использовать что-то одно. Один средний огурец нарезаем на тонкие кольца. Авокадо разрезаем напополам. Убираем косточку. Очищаем от кожуры и нарезаем на средние дольки. Чтобы авокадо не потемнел, разрезаем лимон напополам и сбрызгиваем авокадо соком лимона. Собираем наш салат. Сверху на листья салата выкладываем кольца огурцов. Затем выкладываем дольки авокадо. Получается очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте. Далее выкладываем помидоры и помидорчики черри. И теперь приготовим заправку для салата. Для этого смешиваем 5 столовых ложек оливкового или любого растительного масла. Добавляем 2 столовые ложки бальзамического уксуса, 1 чайную ложечку соли, 1 чайную ложечку сушеного чеснока и 1 чайную ложечку базилика. Все тщательно перемешиваем. Вместо бальзамического уксуса можно использовать любой другой уксус, например, яблочный. И теперь настал черед нашего секретного ингредиента. Это сыр буррата. Снаружи сыр буррата очень похож на моцареллу, но внутри он имеет более мягкую и более сливочную консистенцию. И очень-очень вкусный. Обязательно попробуйте. Сливаем жидкость и выкладываем сверху в середину блюда наш шарик сыра буррата. Получается очень-очень вкусно. Сыр буррата очень полезен, содержит фосфор, ретинол, холин, натрий, кальций и другие полезные вещества. При подаче его разрезают напополам и сверху поливают салат и сыр соусом. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, и вы приготовите такой вкусный салат. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Мне всегда очень приятно и интересно знать ваше мнение. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. Готовьте с удовольствием и до новых встреч! С вами была Виктория.